Дорогие подписчики, вы на канале Флиппи36. Ну и сегодня мы снимаем видео по игре Geometry Dash. Да, я добрался до этой нервотрепки, или же Geometry Dash. На нее потратил много времени и сил. Я прошел тут 3 уровня. О господи, помимо Happy Free Friends я снимаю игры, и я добрался до нее. Довольно-таки сложная игра. Ладно, приступаем. Музыку я уберу, а то ходят слухи, что я могу влететь по авторским про. Так, все, мы начали уровень. Пока легко. Ведь нету тройных шипов всяких. Вот, подлетаем на платформах. Если честно, игра выполнена офигенно, и сама по себе она крутая. Когда ты не сливаешься, она офигенная. Но когда ты сливаешься, она начинает тебя бесить. И появляется желание ее удалить. Так, все. Включаю режим Флиппи36. Не проигрывает. Вот так вот. Вот такой режим включил. Ух! Прыгаем! Сколько здесь шипов этих? Так, ну я пока их все легко перепрыгиваю. Так, здесь нужно отжать. Все, вспомнил. Здесь прыгаем. Ух! Самолетик! Вот это прикольная фаза, но она здесь на первом уровне нереально легкая. Если лететь вперед, вы, ну, в принципе-то, и не врежетесь. Так, ладно. Вот сейчас сложная часть уровня, как по мне. Когда красным загорится... Ё-моё! Чуть не слился. Я чуть на кнопку не нажал. Вот все, красная часть! Так, давай. Нет, тройные шипы! Да! Я перепрыгнул их! Отлично! Давай! Уже! Ой-ой-ой, куда ты... Я по случайности туда запрыгнул! А, тройные шипы! О, господи, я перепрыгнул! Живи, живи, жить, 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 жить. Так, давай! Самолетик! Второй самолетик! Так, уворачиваемся! Ё-моё! Узенько что-то... Да! Левел пройден. Ууу, вот это было уже тяжеловато. Ладно, пошли в Back on Track. Уже будем чуть-чуть с музыкой играть. Музыка мне в геометрии тоже очень нравится. Блин. Ладно, все же не буду рисковать авторским правом. И удалю ее. Так. Ну, да ты куда? Ну ты косой, что ли? Так, все. Блин, ладно, сольюсь сейчас, чтобы руки размять. Фух. Здесь появляются у нас какие-то новые, так сказать, предметы. Это какой-то трамплин непонятный, который будет нас подкидывать. Иногда это хорошо, а иногда и плохо, ведь он будет нас подкидывать прям в шипы. Так, ух ты ж, как я прохожу, смотрите, как поймал тайминг. Ладно, ладно, это еще нубские уровни, как мне говорят, но, блин, я новичок. Ой, я офигеть, я просто случайно туда упал, меня пружинка спасла. Ух, тихо, чуть не слился. Так, что это, что это? Самолетик, самолетик. Так, залетаем сюда, здесь я уже забрал монетку. Фух. Включаю режим Флиппи36, не сливается. Так, все, давай. Мне нужно выиграть. Хотя бы ради подписчиков. Ух. А куда ты пошел? Ну ты придурок, что ли? Господи. Так, все, я на самолетике. Давай, залетаем, пролетаем. Здесь я уже научился влетать правильно. Ух! Так, что это? Заходим сюда. Включаю режим Флиппи36, не сливается. Ё-моё! Вот здесь вот сложная часть уровня. Но я на ней много раз сливался, и поэтому пальцы уже просто сами по себе знают, куда жать. У меня там монетка не собранная.
Можно было собрать, но хотя не буду рискать. Ё-моё, там шипы! Так. Живи, живи, живи! Да! Сделали! Теперь на третий пойдем. Третий будет сложным. Здесь у нас добавляются какие-то шарики, при которых, если два раза нажать на экран, я буду отталкиваться от них. Да куда ты? Смотрите. Вот так хорошо мы от них отталкиваемся. Ух. Так. Ну уже. Да, начинаем проходить. Опачик. Не, розовая. Вроде бы как легкая, я ее помню. Так, самолетик. Ух ты ж, а вот здесь это уже тяжело. А ну-ка, если я верха буду придерживаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, здесь монетка. Я вспомнил. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, музыка в ГД очень прикольная. Многие называют эту игру ГД. Ну, я лично так выражаюсь. Просто Geometry Dash. Так, ё-моё. Уже что-то тяжеловато. Но я живу. Я живу. А, что это? Я... Ты угораешь, господи. Перепроходим. Не, я понял. Я вспомнил уровень. Я играл довольно-таки давно в ГД. Это при том. Так, ладно. Фух. Ой-ой-ой-ой-ой. На этих штучках нужно правильно прыгать. Но я разобрался, вы сами видели по прошлому разу. Так, здесь, наверное, я буду просто придерживаться верха. Хотя можно и поуворачиваться. Да ты... Не надо было уворачиваться! Мое терпение скоро лопнет. Это 7-я попытка. Фух. Это 7-я, мать его, уже 8-я. Если я еще раз сольюсь, я ливаю с геометрии и удаляю его нахрен. Фух. Пока что проходим. Не, легко, легко. Так, здесь просто прыгаем смачно. Здесь не прыгаем. Так, давай в портал, в портал. Не, ну нафиг, лучше верха буду придерживаться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас был миллиметраж с одним кубом. А, блин, я просто рукой хрустнуть захотел. Я живу. Я живу. Я живу! Давай, проходи. Так, ну эти фигни более-менее легкие. Вот здесь вот я слился. О, я иду дальше. Что-то все потемнело, мне это не нравится. Ё-моё! Так. Ой, я чуть не слился. Живи, живи, да живи! Я ливаю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, удачи.